Всем привет! Продолжаю свою серию роликов о частотах и бисключах на разных спутниках. Сегодня мы поговорим о спутнике Astra 5 градус, который вроде называется. Так что давайте покажу вам все частоты, расскажу, какие доступные бисключи. Так что присаживайтесь поудобнее и поехали смотреть. Так, начинаем. Первая частота на спутнике Astra это 11747V, скорость потока 30 тысяч. Первый спутник это Sirius TV, он доступен в формате DVS-2. Второй канал на этой частоте это 5 канал Украина, новостной канал, доступный он в формате HD. Следующий канал с этой частоты Apostrof TV. Потом идет канал 4 канал. Дальше канал на этой частоте, канал Сварожичи, который любят многие бабушки и родители. Здесь музыка. Следующий канал на этой частоте, это канал Центральный. Потом идет канал ТВ-5. Потом следующий канал с этой частоты Зоряный. Потом следующий канал, который доступен на этой частоте, Донбасс Онлайн. Потом идет канал с частоты 11747V Абуз ТВ. Следующая частота, это частота 11766H, скорость потока 30 тысяч. На этой частоте доступен канал 1+1 International. Он идет в формате DVB-S2. На ней имеются ключи 1A, 2B, 3C, 2.0, 4D, 5E, 6F, 2.0. ID канала 17ED. Следующий канал, который доступен на этой частоте, это канал Overs. Переходим к следующей частоте, которая называется 12073H, скорость потока 27500. Здесь доступны канал Новый Христианский в формате MP4, потом идет канал Экспресса ТВ, потом идет канал Глаз, потом рекламный канал Караван ТВ, потом канал Распакуй, канал Рада, Верховная Рада Украины, канал Натали рекламный. И переходим к следующей частоте. Следующая частота у нас 12130V, скорость потока 27500. Здесь идет канал Union TV, потом идет канал Дом на этой частоте, международная версия канала ICTV, Inter Plus, 1+1 International и новостной канал Украина 24. Следующая частота 12245V, скорость потока 30 тысяч. Идет новостной канал Украина 24 в формате HD и идет канал Донбасс в формате MP4. Также идет кодированный канал кодировки BIS, 34 канал Днепропетровский, ключики ID канала 0B67 и ключик A5, EB22B2 57 6F75 3B. Кому надо, ставьте на паузу и записывайте этот ключик. Следующая частота 12284V, скорость потока 27500, канал Киев Лайф, потом еще идет канал Надия ТВ, это цинковый в формате MP4, имеется ключик 11-22-33-00-44-55-66-00, ID канала 1B-03, также идет канал Солнце ТВ, 5 канал Украина новостной, канал Соната, Винтаж ТВ, в формате MP4, новостной канал Прямой, Укрлайф, канал Наш, Киев ТВ. Следующая частота 12303H, канал Белсат. Следующая частота 12322V, скорость потока 27500. Здесь идут каналы группы Discovery, они идут кодировки Power U, но они свободно открываются с помощью тюнерков. Можно встать на эту частоту, немножко подождать, и каналы открываются. Здесь идут каналы Discovery Europa, Animal Planet, ID Extra Europa и Scansia Europa. Следующая частота 12341H, скорость потока 30 тысяч. Идет новостной канал Украина 24, ЮА Культура, Рада и 5 канал. Также идет канал Винтаж ТВ. Это каналы Т2МА, тоже некоторые спутники могут эти каналы открыть. Следующая частота, это частота 12360V, скорость потока 27500. Идет канал кодировки Power U, тоже он открывает некоторые тюнеры. Канал TLC. Следующая частота 12380H, скорость потока 27500, идет международная версия российского канала 8 канал в формате MP4, и также на этой частоте идет GUNAS
ТВ – это азербайджанский канал, который идет открыто тоже на этой частоте. Следующие каналы у нас 12437В, скорость потока 34 тысяч, идет канал Inter Plus в формате HD, он кодирован в кодировке BIS, можно его открывать с помощью ключика CA4321-2E, CA4321-2E, ID канала 1EF6, и на частоте 12734H, идет канал Journal TV Moldova в формате HD. Вот такие каналы на спутнике Astra. Всем спасибо и до новых встреч!